все происходит по причине, Джорджа Стил нарушает свое молчание по поводу своего расставания с женихом Кэлом Дезерт и показывает, что она не торопится переходить к новому роману. Она рассталась с женихом Кэлом Дезерт в этом месяце после 7 месяцев знакомства. И Джорджа Стил нарушила свое молчание по поводу разрыва ее отношений со звездой реалити-шоу, когда она сказала, что «все происходит по причине». 22-летняя звезда Love Island рассказала о своих романтических проблемах на радио Хьюбар в четверг, где рассказала, что не торопится вступать в новые отношения. Недавно единственная Грузия присоединилась к ведущим XS All Stars Джоанны Чиманидис и Стивена Линга в шоу, на котором она обсуждала, как она себя чувствует после раскола. Она сказала, «Я верю в то, что все происходит по какой-то причине, и я просто верю, что это справедливо». Калум и вихревая романтика Джорджии начались в августе 2019 года, когда они встретились во время съемок «X on the Beach», «Peak of Love», и пара обручилась только месяц спустя. Но, несмотря на свое стремительное ухаживание, Джорджия призналась, что не спешит погрузиться головой в новый роман. Когда ее спросили, есть ли у нее много парней, скользящих в ее DM, красавица отбросила любые идеи, когда она объяснила, «Я просто хочу, чтобы некоторое время сосредоточилось на себе, и я действительно не хочу торопиться с чем-либо. Я просто хочу принимать каждый день, как он есть». Говоря о том, чтобы уйти от Калума, она добавила, «Очевидно, я хочу сначала все это преодолеть». Джорджия недавно жила со своим бывшим женихом в Эссексе, но, похоже, локаут одолел их, поскольку, как сообщалось в начале месяца, они расстались. Источник сообщил The Sun Online, Калум переехал из своей квартиры в Эссексе во время блокировки. Они недавно были на плоской охоте в Манчестере, но это было отменено. Теперь Грузия планирует переехать в Манчестер в одиночку. Представитель Калум отказался комментировать, когда приближается Mail Online. Раскол станет шоком для фанатов, так как только в прошлом месяце Грузия быстро выразила свою любовь к Калум. Сравнивая свое время в карантине с островом любви, Грузия сказала, «Вы находитесь под наблюдением. Быть в изоляции с Калумом – не так. Мы едим, когда голодны, и ложимся спать, когда устали. Другое шоу, которое я сделал, X on the Beach, было похоже на это. Мы встретились на шоу, где мы жили вместе, и Калум мой лучший друг, так что это было весело». Джорджия и Калум встретились во время съемок американского шоу X on the Beach, Peak of Love, в августе 2019 года и быстро поразили его, а Калум предложил только через месяц.